Всем привет, с вами команда Carp Today. Сегодня у нас на обзоре отличные поводочницы от компании Corda. Всего у Corda представлено в этой серии 4 поводочницы. 3 из них можно использовать для обычных поводков и 1 поводочница для чудриков. Все они выполнены в одном стиле и у них есть общие черты. Мне очень нравится покрытие этих поводочниц. Оно не маркое и немного прирезиненное. Соответственно, у вас эти поводочницы, даже когда руки у вас мокрые или идет дождь, оно не будет скользить, и его действительно очень приятно трогать. На каждой поводочнице есть специальная измерительная линейка. Она продублирована как в сантиметрах, так и в дюймах. Она нужна вам для того, чтобы измерять длину поводков, когда вы их изготавливаете. На малых коробках расстояние 20 сантиметров, на длинной коробке расстояние 30 сантиметров. Еще один момент, который нам сильно понравился, это то, что Corda отказался от любых замков для того, чтобы закрывать и открывать эти поводочницы. Они взяли и встроили по краям поводочниц вот такие магниты. Это очень практично, посмотрите, как легко открываются эти коробки, но при этом они очень плотно фиксируются. Одно из самых главных достоинств этих поводочниц – это их размер. Посмотрите, насколько они компактны. Но при этом в них вы можете разместить до 60 поводков. Теперь рассмотрим подробно каждую поводочницу. Начнем мы с самой классической модели. Это обычная поводочница. С двух сторон вы можете разместить до 30 поводков. Но здесь есть некоторые нюансы. Стоит обратить внимание, что два этих отсека не совсем одинаковые. В одном отсеке есть вот такая выемка, и она служит для того, чтобы вы могли там размещать поводки с длинными лентяйками или длинными термоусадками. Так как в обычном отсеке, если вы будете закреплять поводки, как мы это обычно делаем, крючок надеваем на эту штангу и прикалываем ее булавкой, то здесь термоусадка-лентяйка может упереться вот в этот барьер. Специально для этого Corda сделала такой эффект. Вы берете крючок, размещаете вверх ногами, жалом вверх. Тогда ваша длинная термоусадка или лентяйка окажется выше этого барьера. Вот такой трюк. В комплекте уже идет 30 одиночных булавок. Вы можете закреплять уже готовые поводки с заданной длиной. И есть еще 15 сдвоенных булавок. Их вы будете использовать в том случае, когда вы еще не определились с длиной вашего поводка. Вы просто цепляете поводок и заводите через эту булавку ваш поводок. И на водоеме, когда вы определитесь, какая длина вам нужна, вы просто снимете поводок и завяжете нужную вам длину. Вторая поводочница визуально очень похожа на предыдущую, но у нее есть некоторые отличия внутри. Па-бам! И мы с вами имеем один отсек для поводков, а второй отсек — это мини-теклбокс. Этот отсек, где хранятся поводки, также подходит для обычных и для поводков с термоусадкой. Во втором отсеке удобно хранить различные вертлюжки, которые связаны с вязанием поводков. Например, если вы вяжете монтаж Ронни Рик, вам потребуются стопорки на крючок, мини-вертлюжки на крючок и так далее. Этих отсеков здесь достаточно много, они все разного размера. Специально есть такие перегородки, которые 100% не позволят вашей фурнитуре рассыпаться. Есть вот такие сдвоенные. Есть вот такие тройные коробки, есть целиковые, одинарные. Стоит обратить ваше внимание, что каждый отсек оборудован вот такими плавными загибами. Это сделано для того, чтобы вы могли доставать вашу мелкую фурнитуру очень удобно. Такую поводочницу мы рекомендуем те, кто не использует много поводков на своей рыболовной сессии. Вы берете свою поводочницу, до 30 поводков на сессии более чем достаточно. Но зато это очень удобно, вы открыли, положили себе эту поводочницу на коленки или на ваш монтажный столик, у вас есть вся фурнитура, тут же вы убрали поводок, куда вам нужно, в общем, очень практично и удобно. И настоящая система хранения, куда вы можете поместить до 90 поводков. Есть отсек, где вы можете хранить уже готовые поводки по 30 штук с каждой стороны навстречу друг другу. И есть отсек удлиненный, где вы можете хранить особо длинные поводки. И последнее в нашем обзоре — это специальная поводочница для чудриков. Надо сказать, что это очень продуманная система. Внутри мы имеем вот такой двухсоставной валик. Одна часть поуже, вторая часть шире. При таких компактных размерах сюда влезает целых 28 поводков для чудрига. Но это еще не все. Есть специальный отсек, куда вы можете поместить 3 литкора. Они находятся вот здесь. Большое спасибо хочется сказать дяде Дэнни за то, что он придумал здесь вот такую штуку. Она нам нужна для того, чтобы мы с вами не обжигали руки над паром, а спокойно закрепили чудриг, для того, чтобы придать тот самый неповторимый угол у чудригов. Мы над паром будем вот так крутить, при этом руки свои не будем обжигать. Но это еще не все. Здесь открывается вот такая резиновая заглушка, куда мы с вами складываем булавки, которые также идут в комплекте.
Давайте подведем небольшой итог. Надо сказать, что все поводочницы, которые представила нам компания Корды, сделаны на славу. Им здесь большое спасибо. Поводочница для чудриков. Здесь все понятно. Если вы ловите на такого типа монтажах, такая поводочница необходима и она нужна в арсенале. Поводочница короткая, классическая. Она применяется практически в 70% случаев. Поводки редко выходят за длину более чем 20 сантиметров. Сюда помещается много поводков, поэтому это такая настоящая рабочая лошадка по хранению поводков. Следующая поводочница тоже короткая, которая комбинированная. Ее можно рекомендовать тем, кто не возит с собой много сумок, различных таклбоксов и так далее. Ему достаточно в арсенале себе на рыболовной сессии иметь 30 поводков и определенную фурнитуру для того, чтобы связать несколько поводков непосредственно в водоем. Ну и поводочница, мы бы их назвали для профессионалов, для спортсменов, которые еще не определились с длиной поводков, не знают, что с ними делать, им нужно заготовить всяких разных монтажей, целую кучу всяких хитрых. Поэтому пока они все определяются, пускай себе берут такую поводочницу и ломают себе голову, что применить на водоеме. Все эти поводочницы вы можете купить у нас в магазине carpshop.ru. Если остались какие-то вопросы, наши консультанты и лично я всегда к вашим услугам. Звоните, пишите нам в чате. Над этим обзором трудилась наша дружная команда Carp Today, поэтому если вам нравятся наши выпуски, обязательно подпишитесь на наш канал. И еще вот Антон просит, чтобы вы поставили нам лайк, потому что нас это очень мотивирует для съемок следующих видео. Ну и все вместе мы вам говорим привет!